Здание дома Языковых на улице Спасской было построено на рубеже 18-19 веков. Объект находится в историческом центре Симбирска-Ульяновска. Поэтому прежде чем начинать благоустройство одноименного соседнего сквера в городской администрации, решили пригласить археологов. За неделю специалисты должны провести исследование культурного слоя. По сути, местность обследуют впервые за дореволюционное, советское и современное время. Вся эта территория, она, заселена была, с момента основания Симбирска. Вот следами, этого являются керамика, кости, осколки бутылок. Ну, пока мы их только, помыли и смотрим. Вот. Но исследование продолжается. Шурфы очень глубокие. На один шурф полтора дня у нас ушло. Вот, третий сейчас шурф зарываем. На месте нынешней эспланады проходила улица Стрелецкая, где жили стрельцы, входившие в гарнизон Симбирской крепости. Исторические факты свидетельствуют, что рядом также находилась Никольская церковь, вокруг которой имелось кладбище. Захоронения были найдены еще в XIX веке при прокладке трубопровода. Были найдены захоронения в колодах, то есть явно до Петровского времени. Ну вот вполне возможно, что это как-то распространяется и на этот участок. Ну, пока что трудно сказать, что явно, что действительно это одних из первых симбирян, потому что позже, конечно, кладбище вышло за пределы города. Исследователи сохраняют надежду отыскать остатки оборонительных сооружений. Согласно рабочей гипотезе, со стороны улицы Спасской в 17 веке проходила линия посада, который также был отделен рвом. После археологи проведут лабораторные исследования и описание найденных артефактов, оформят научный отчет с мерами по охране объектов историко-культурного наследия. Анна Тищенко, Улправда ТВ.